Оказался. А вот здесь вот сбоку. Мотор. А. Понял. О, да. А, вниз? Топорик, вот смотри, я бы без топорика разожгу. Случайно забыли. В большую сторону не забыли. Посмотрим. Так, уберите камеру, пожалуйста. Папарацци. Ну, это уже набрасывается. Папарацци. Что-то мне не нравится, долго не кипит, да? Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Дайте бумажку. Зачем? Ну, давай. С праздником, ребят. Четыре года не фунт изюма. Мы с Толиком очень любим дрова, особенно зимой, да, Толяч? Ну, это самое... Особенно для дрова Толика, да, Гриш? Нет, мы с Толиком пополам. Толик, подтверди. Да? Кто на О чем я и говорю. По-моему, чрезмерно. Да тем не менее, звонишь ко мне, Гриша, давай дрова. Нет, это они сидели, кто-то мысли делает. Леша, ты много дров. Специально, чтобы угли хорошо разгорелись только, чтобы жар был хороший, а иначе у меня четверти с собой. Это ж турист профессиональный. Нужен хороший жар. Диплом. Да оставьте вы уже какой-то акер, это самое. Я тебя ай-яй-яй. Зря мусор, мусор вот там. Он, конечно, у него пока эти дрова сгорят и угли сгорят. Гриня, давай девкам задание, что они должны там насаживать. Гриня, уже все готово. Ну это ж дочки на машину. Так, это надо было биток. А? Нет. После парка воды. А это будет налево. То есть на машине, когда ты въехал, налево. Заезжаешь туда, и вот там вот забросом. Ну, такой хороший финиш. Подальше можно было кинуть. Якит ловил в Китае. Здесь она. Здесь она кумалилась. Где собака? Смотри собаку. Где собака, там она. Все ж просто. Вот, и там вот можно ловить. Ну там только здесь на что нужно? Чем-то, чтобы закинуть это. Не, если в воде это все, что надо. Да, все равно. Иногда ты взял палку, да? Я взял сейчас 3 метра, да. Карбастер это взял. Он мне посоветовал это, Паша, сказал, что далеко летит. Я, у меня просто большой 3,6 китайский, ну, тесть совка привез. Китайский 3,6, так я ими ловил. А ты 3 метра? 3,6, да, но это не для блеснения палка. Так бы. Ну, я ей пользовался, ты чтобы кинаешь, почему пробивать. Нет? 10 грамм, 7 грамм, 10 грамм больше, чтобы пробить нет, ветер. Там же как, после обеда летом, полно. Все, ветер очень тяжелый. Чтобы пробивать... Настоящий, да? Знаешь, как вот эти палочки горят? Почему ты еще в камере? Два газеты положил.